Всем доброе время суток. Сейчас на улице минус 6, минус 7. Двери еле открыл. Всех с крещением Господним. Пусть всех присутствует, у всех здоровье. Самое главное — быть добрее. Народу желаю. И сопутствует пусть всех удачи. И счастье, конечно, в семейный очаг. И все такое остальное. Вот. Сейчас в данный момент я уговорил Евгения съездить. Мы согласился принять участие в купании. Вот. И мы сейчас искупаемся. Ну и плюс баклажки взял. Набрать воды. Три баклажечки. Вот. Наберу водички домой. Святой. И все, и собачкам уже варится, и потом остальное быт, а завтра посмотрим, какие планы я надумаю на завтрашний день. Думаю, что я буду в лесу, надеюсь, что ничего не поменяется. Давайте, всех благ, начинаем день крещения, искупаться и так далее. Нужно по-любому, я на протяжении уже более 5 лет купаюсь. Вот. Так что ощущения неповторимые. Очень классно. И адреналин прям сосуды, все вот это. Ух. Давайте. Всех с праздником, погнали. День начали. Начинаем день и продолжим, как полагается обычно, дню. Вот еду. Купель, Ферапонта, народу кошмар. Женька очередь занял, сейчас идем купаться, но за водой стоит там очень долго. Вот так вот, столпотворение большое, машин очень много. О, сколько машин. Сейчас пойдем искупаемся. Ух, пакетик взял, полотенчика. Ну и по одному. Отлично. Ну вот мы искупались. Да? Немного? Ну я боюсь, ну они там вроде облагородили, да? Да. Где там нормальная вода была? Да. Давай я пойду в очередь вставать, а ты бери канистру мою и свои. Ну давай. Приходи, давай. Давай. Ну так, сейчас водички наберем. Скупаться, скупались. Ощущения мировые. Ух, дух захватывает. Всех с праздником, еще раз с крещением. Моя лайбочка стоит. Вот. Вот дом некрасового художника. Знаменитого у нас тут тоже как музей. Вот это дача. Вернее, ну дом. Здесь жил на берегу Москва-реки. Источник, церковь, мужицкий монастырь, мужской. Окунались мы на источнике Ферапонта, который основан был в 1408 году. Так вот у нас хорошие картины у него висят. Нас в детстве там был один или два раза ото школы. И что он рисовал. Вот такая удача, некрасова. Чего тебе Дед Мороз подарил? Ну, сколько у тебя игрушек? Посмотри, сколько у меня ящиков. Сколько у тебя ящиков? О, сколько машинок у тебя? У-у-у.
Ой, сколько машинок, Ваня, у тебя. А вот это не открывает. Да? Рисунок, я нарисовал машину, солнце, с прицепом. Юла, а. Вот. Угу, круто. Ой, все в игрушках. Ну, там танки у тебя, да? Машины, фуры. Класс. А здесь ты что начал рисовать? Ну, это все для рисования у тебя. Молодец. Вижу, ты в основном машинки рисуешь, да? Угу. Молодца. Еще у меня вот есть книги. Книги есть? Ты их читаешь? Да. Молодец. Вот и последний ящик. Угу. Все, у тебя все, все нормально у тебя, да? Такие дела надо делать. Угу. Хочешь? Давай. Присядь сюда. Давай, присяду сюда. Что делаем? Ты включаешь песенку, давай. Или я включаю? Я. Ты включаешь? Ну, включай. Погода, хочешь? Давай такую. Классная песня у тебя, Вань. Сейчас приедешь бабушке ватрушку, будешь кататься. Цирк, цирк, цирк. И все. Вот такие пироги. Дела, заботы. А я поеду к собачкам, да. Мне собачек надо кормить, Вань. Давай включи песенку про собачек. Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг, да? На ватрушке сейчас пойдете. Вот я хорошо, да? Давай высоко забирайся. А ты машинку не потеряешь, он лежит наверху. Теряешь, вот так вот снегом занесет ее и все. Залезай, скатывайся. Давай, вон там, да. Давай. Качели занесло. О, снег нас радует в этом году. Будешь скатываться? Давай, съезжай вниз. Да, и с машинкой. Давай, раз и вниз. Воу! Дед будет подбирать потом. Ну вот такие вот прошло вот крещение. Сегодня крещение, всех с праздником, всех благ, здоровья всем, чтобы невзгоды прошли. Главное здоровье, берегите себя, и нервные клетки не восстанавливаются, особенно у женщин. Вот, хорошо идет. Да, вот, и так на меня посмотрела, тоже звезда Ютуба, но она об этом, наверное, уже не знает, пока не знает. Вот, елка у нас еще стоит, горит, и... Я поеду сейчас заниматься своей гвардией. Ну, а это в следующем выпуске я сделаю вам хорошее, что-то поснимаю и выложу это все на следующий день, потому что как бы есть свои дела, есть заботы, и пока это все будет делаться, обрабатываться, пока это будет смотреть. А мы продолжаем работать со съемками. Уже хочу, чтобы с утра вас радовать еще одним видео, чтобы вы посмотрели хвостатых аглоедов моих. Вот. Так вот. Завтра 20 января, день освобождения нашего города. Вот еще один дата. У нас даже есть и улица такая, 20 января. День освобождения от немецких захватчиков. Вот.
И... Ну давайте увидимся. Всех рад видеть. Молодцы, что поздравляете друг друга. Держитесь на позитиве. Это самое главное. Сейчас на улыбках вон и доказано, что на позитиве люди живут дольше. И кто на нервные клетки, это когда нервничают люди, они живут коротко. И все, конечно, все болячки, все болезни от нервотрепок всех. Вот, поэтому желаю, чтобы было все на позитиве. Давайте, всех еще раз с крещением Господним. Давайте, всех благ, ребята, всех благ.